академице. Вы знаете, я даже не знаю, как найти, какие слова благодарности вам сказать за ваш такой прекрасный труд, за ваше такое мастерство. Вы радуете нас уже более десятка лет. И не только нас, а всех жителей города. Но в преддверии вот этого праздника, 8 марта, очень красивого праздника, мы ежегодно радуем наших жителей такой прекрасной выставкой. В этом году она у нас пополнилась еще вот изделиями из бисера, тоже очень прекрасные получились у нас витринки с этими изделиями. Вот сегодня вы познакомились с мастерицей, и я думаю, если захотите заняться таким видом творчества, она с удовольствием поделится своим мастерством. И вот как Раиса Нуриевна тоже говорила, знаете, эти выставки из года в год все краше и краше становятся. Во-первых, сюжеты интересные выбирают вышивальщицы. Во-вторых, оформление. Каждый старается, ну действительно, если столько труда вложишь в то, чтобы вышить картину, хочется ее и обрамить красиво, чтобы она, ну, приобрела достойный вид. Огромное-огромное вам спасибо. И вот сегодня у нас пополнили ряды вышивальщиц и молодые вышивальщицы. Это, значит, Сибгатова Айгуль Ильгизовна. Айгуль, да. Она очень много принесла. Очень порадовала. Большое спасибо за участие. Мы надеемся, что на будущий год мы увидим и другие работы. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо. Процессы подвигаются.